Привет, подписчики, зрители моего канала. Ну вот, собралось у меня немножко посылочек. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь посылочек у нас получается. Сейчас сделаем распаковочку быстренькую. Посылочек уже все меньше. В принципе, все, что мне надо было, уже почти заказал. Можете перейти на сайт, кто не смотрел распаковочки, посмотреть остальные. Некоторые я пооткрывал, чтобы поотметить. Так что некоторые открыты. Ну, давайте вот начнем вот с этой открытой. Оба. У нас тут два товара, ребят. Ну, первый у нас вот такие вот силикончики, ребят. Сейчас мы их откроем. Силикончики. Чем-то пахнут. Вот это хорошие, ребят. До этого видали, я заказывал, они рвутся прям. Вот эти, смотрите, крепенькие. Прям хорошие. Сколько грамм? 68 грамм. Вот такие вот силикончики, но нормальные. Вот эту штуку, ребят, я не буду вам ссылку давать, она ужасно долго шла. Опять же, если на рыбалочке проверю, если будет ловить что-нибудь. Смотрите, какой. Такой вот. Так выглядит хорошо, сделан качественно. Ну, ребят, очень долго шел. Очень долго. Сколько? Такой маленький, 5 грамм. 5,19. Такая вот. Колебалочка. Так. Что у нас тут дальше? Нам не надо. Тут у нас воблерок, ребят. В основном у нас воблерки тут, я так понял, в этих посылочках. Я какой-то прямо. Так вот, упакован. Остальные товары, в принципе, все быстро дошли. Вот такой вот. Воблер. Что-то около 30 рублей. Крючки, ребят, острые, но сразу видно. Не знаю, будет их камера передаст. Вот тут краска не докрашена. И, наверное, она будет обшалупываться. Потому что как-то вот тут непонятно. Видите, не видите. Видно. Не очень качественной краской красили, потому что просвечивается. Ну, не знаю, так, в принципе, колечки крепенькие, крючки острые, но по краске мне, ребятам, не нравится. Сколько весит он у нас? 8 грамм. Погнали дальше. Оба. А, это... Не та посылочка, ребят, была. Не для рыбалки, это я ее открыл и положил нечаянно. Вот она. Ребят. Ну, такой же серии. Только у продавца я у другого заказывал. И цвет, видите, чуть другой. Вот тут, ребят, уже краска более-менее. Получше докрашено, видите, такой вот воблерочек. Что он у нас весит? Этот 7 весит, почти 8, 7,72. Ну, они почти, они одинаковые, ребят, только вот раз и другая. Погнали дальше. Тут у нас два товара. Вот такие вот головочки пришли. Не зацепляйки. Видите, какая форма сделана. Как. Что, нам крючки давайте проверим. Острые, ребят. Крючки острые. Тут вроде хорошо держатся.
2,5 грамма, ребят. Нормально. Шли, по-моему, они около 18 дней, потому что я их ждал, нужны они мне были. Воблерок. До этого я заказывал, был у меня воблер, только другого цвета, ребят. Такой же. Такой вот. Что по краске? Краска отличная, ребят. Крючки острые. 4,19. Претензий нет. К нему претензий нет. Во, вот это тоже. Вот это красивый, ребят, воблер. Оба. Вот такой вот, ребят, воблерочек. Красота, да? Кто считает так же, поставьте лайк. Покраски, ребят, отлично. Такой вот. Шариками он. 3,80. Ну, к нему претензий нет. Силикончики. Силикон довольно быстро вот этот дошел. Смотрите, какие. Посмотрим качество силикона. Фу, фу, ребята, воняет чем-то. Нормально. Чем-то он пропитан. Смотрите, вот такой вот. Длина его, да, по длине давайте побежим сейчас. Длина его 9. Данного такого воблерка 5. Такой воблерок 7 вместе с лопаткой. Лопатка длина это 10, наверное. Ну да, это 10. Вот это 10. И вот эти силиконочки 4. Сейчас что по граммам у нас он? 4,30 данный силикон. Фу, воняет, конечно, чем-то непонятно. Но претензий нет к силикончику к этому. Оба, это, ребят, видите, разноцветные пришли. Вот такие вот. Хотя вроде там написано 5, а пришло 6 таких силикончиков. Красный, желтый. Масло, зеленый, салатовый. Давайте откроем, посмотрим. Готовимся потихонечку к осени. Пахнет чем-то таким. Ну, видно, не аттрактанты. Нормально, видите, не рвется. Грамм. 1,32. И длина его 6 сантиметров. Нормально. В принципе, посылочки все адекватные, ребята. Вот такие вот силикончики пришли. Воблерки. Вот этот не буду выставлять. Ссылочку долго шла. И где у нас... Вот этот воблер прокрашен плохо, ребят. Мне не понравилось. Ну, может, мне чисто попался, уж не знаю. Ну, вот такие вот у нас посылочки, ребят. В принципе, все адекватные. Все нормальные, можно покупать. Все ссылочки я тогда скину в описание, ребят. Также скину группу свою в описание. И все, ребят, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем пока-пока.